Привет, Панам. Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? В посмертии дали. Ага. И что тебе нужно? Мне-то? Тут скорее вопрос, что тебе нужно. В смысле? Ты же хочешь найти свою тачку и товар? Если да, давай поговорим. Да, бестии, что-то рассказывать себе дороже. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Рада тебя слышать, наконец-то. Давно мы не разговаривали. Еще с тех пор, как Джеки умер. Как у вас дела? А ты как думаешь? Мой сын умер. Но я держусь, как видишь. Я звоню выразить соболезнования. Выразить соболезнования? Иисус Христос, Ви, ты жила с нами под одной крышей. Имею уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю офренду по Джакито. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас, в Койоте. Соберутся многие из его хороших друзей. Ничего не говорите, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Эй, привет, Панам. Ты Ви? Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась? Значит так. Или говори, что знаешь, или иди нахер. И бестию тоже с собой прихвати, ясно? Эй, тише, успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт Кантао. Будет непросто. Хочу знать, потянешь ли ты.
Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха, да не то чтобы. На борту будет один тип. Он-то мне и нужен. Да блять. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Ну, не знаю, я... Черт. Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в Рокки-Ридже. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник? Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в Рокки-Ридже. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Рокки-Ридж. Погодь, мне сначала надо подумать. Черт. Да, нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки-Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Кто такой этот босс? Надеюсь, с ним не будет проблем? Босс, честный мужик. С 6-й улицы. Берешь заказы у банд? А что, нельзя? Бандам нужны курьеры, а мне нужны деньги. Как всем. Ну что? Куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Я, кстати, тоже бывшая кочевница. Серьезно? Никогда бы не подумала. Да. Из семьи Бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Найт-Сити. Значит, между нами что-то есть общее. Я знаю про твоих друзей. Бестия сказала, что вы не особо ладите. Ну, раз Бестия сказала, значит, так и есть. А что, нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу. Это временно. Мы по-прежнему семья. То есть все сложно. Да, можно и так сказать. Думаешь, они нам помогут в Рокки-Ридже? Я надеюсь. Ладно, поехали. Садись. Клевая тачка. Просторная, практичная. Заткнись, пожалуйста. Далеко этот лагерь? Прямо за городом, по 9-му шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сама-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна. А у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба.
Знаешь что, хер с ней с бестией. Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришла, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклилась. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Ты не поняла, что Нэш из стилетов? Че, серьезно? Нет, этот мудак мне визитку не показывал. Вы не отслеживаете, кто ездит по округе? Духи, например. Обычно они грабят корпоративные конвои на 64-й трассе. А ты в этом шаришь. Я ж кочевница. Может, она об этом не знала? Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает все. Наверное, даже то, о чем мы сейчас разговариваем. Мы с Нэшем были просто частью ее гребаного плана. Вот и все. Бестия просто сука. Нечего ее оправдывать. Почти приехали. Подберем моих друзей и поедем в Рокки-Ридж. Кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучно. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя осталась только я. Угу. Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Привет, панам. Ты к нам надолго? Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, панам. Ты
Ты привела новенькую? Сол уже знает. Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Панам! Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да-да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Соло и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? С этим не посчастливилось. Ясно. Похоже, ты не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь? Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сама видела, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Эти парни были в армии? Скорпион и Меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербои? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Мич был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж — это пыльная дыра посреди ёбаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то? Тысячи. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное.
горящего мяса с кровью. Бойня! Пробуди свои инстинкты! Рокки Ридж мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Ну что, нашла что-нибудь? Ничего, а тебя там не осенило? Стилеты же подъедут после заката. Значит, устроим им сюрприз. Надо только подключить питание. Тут ничего не работает, все отключено. Это ненадолго. Давай проверим подстанцию. Ну давай. Я нашла выключатели, но питания тут нет! Неважно, спускайся! Я знаю, как удивить этих мразей! Смотри, перекресток подключен к этой подстанции, правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Окей. Найди питание, а я поищу точки доступа. Ага, мало ли сколько их подъедет. Может, целая бригада? Надо их как-то обхитрить, чтобы потом добраться до моей машины. Не парься. Я все придумала. Поиграем с ними на перекрестке. Вот это я понимаю. Пусть помучаются. Поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Как думаешь, откуда приедут стилеты?
Думаю, с северо-востока. С недостроенной магистрали. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Да будет свет. Зацепи чип от тачки, он у водила. Девица с ирокезом. Норм примета. Или ловушка. Вперед! Прочешите тут все. Я буду внутри. Кого увидите, кричите. Можно все перерезать, только дверь закрыта. Так кто все это включил? Может, и сверху туда пролезть? Попробуем. Прикрою. Придется всех убрать. Пересядь, я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без мечей, и без скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки-Ридже. Этот мудак не приехал. Так значит, дело было вместе, с самого начала. Да нихера подобного!
Или ты не хочешь говорить честно, или вообще не знаешь, чего хочешь. И непонятно, что хуже. Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Ви? Ох, ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда, после переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня саму тоже однажды так предали. Ты им отомстила? Не успела. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успела, ты бы отомстила? Знаешь, Найт-Сити научил меня кое-чему. Иногда месть не так уж и сладка. Ты всегда теряешь больше, чем получаешь. Вряд ли я усвою уроки Найт-Сити. Ну что, вперед? Пизда ему. Перезаряжаюсь! Зашиби!
свою завали. Всех положили. Сейчас всех порвем. Зашибись! Осторожно! Эти уроды с другой стороны! Привет, бестия. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мертв. Одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Нэш его уже не доставит. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Помочь? Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Сука. Может, пора уже забыть о бестии? С чего бы? Она не стоит ни секунды твоего внимания. Пойдем.
Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше она была ласковая и понимающая? Да хера с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Привет, босс. Товар у меня. Обижаешь. Давай встретимся у мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? С 6-й улицы точно не будет проблем. Я не первый раз для них вожу. Всегда все было культурно. Они должны понимать, как вести дела. А что это за мотель Sunset? Проверенное место. Недалеко отсюда. Звучит неплохо. Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Партнер, держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не Бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Стилетов выкосили, 6-й улице угодили. Хороший день для Панам, Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь? Что тебе нужно? Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? 2 брозофа, пока все. А что ты привезла для 6-х? Что за груз-то? А ты не видела? Баллоперидол. Лекарство для киберпсихов. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. Ну, значит, за твоего тортика? Спасибо за все, напарница. Еще одно можно? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Thank you.
Слушай, а ты хотела бы вернуться к Альдекальде? Может, не сейчас, но когда-нибудь? Даже не знаю. С одной стороны, вне клана у меня никого нет. Я даже не знаю, как без него жить. А с другой? Кто я без своего клана? Кем бы я стала, если бы жила в Найт-Сити? Избавил 32 корпорации от уплаты налогов на прибыль. В их числе Канта... Я тоже ушла из своего клана. А, да, точно. Семья байкеров, да? Угу. Я переехала в Найт-Сити. Ухватилась за первую возможность. И? И потеряла почти все. Ну, класс. Ты умеешь обнадеживать. Лучше поговорим о чем-нибудь еще. А о чем угодно. Выберите меня своим. А стилеты, получается, уже все? Да не переживай. Они как тараканы. Их не перетравишь. Но пока можно выдохнуть. Им надо прийти в себя, понять, что случилось. Ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Поясню. Совокупный доход этих компаний – это десятки триллионов евро-долларов. Как распределились голоса по этому вопросу? 99 за, 1 против. Угу, хорошая идея. Так и сделаем. Ну, правильный выбор. Ну, а мы снимем две комнаты. Только на эту ночь. Выберите меня своим. Пойду посплю немного. Спокойной ночи. Меня зовут Джефферсон Пиралес. Я отвечаю за эти слова. Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. С каким народом ездишь, Дакота? Была с Альдекальдо, но больше не езжу. Я, Ви, ездила с кланом Бакеров. Ездила, значит. А теперь? А теперь нет. Понимаю. Будем на связи, Ви.